Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 3.0 дизельный, 320 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, полный привод. Машина была куплена в 2018 году. BMW 540 DX D-Drive. Быстрая, тихая, очень хорошо рулится, очень легкий руль. Аудиосистема Harman Kardon. Технические данные. Максимальная мощность 320 лошадиных сил. При 4400 оборотах в минуту. Время разгона 0-100 км в час 4,7 секунд. Расход топлива. Смешанный цикл 5,2 литра 100 км. Городской цикл 6,4 литра 100 км. Загородный цикл 4,6 литров 100 км. Емкость топливного бака 66 литров. После пробега в 20 тысячах километрах заметил снижение расхода топлива. При полной заправке машина показывала запас хода 760 км, максимально 820 км, но сегодня я заметила цифру, превышающую 900 км. Стиль езды не поменялся, да и дороги те же. Закатал машину целиком в пленку. Хотел что-то, что будет максимально похоже на естественный лак, я не любитель всяких матовых пленок. Для разнообразия было решено поменять цвет. Да, поменять так, чтобы не пришлось вписывать в техпаспорт. Насчет цвета, конечно, были страхи, но я рискнула, не жалею. Шильзики вернулись на свое место только в цвете, который вроде подходит новому облику машины. Изначально планировал их возвращать, так как я всего лишь хотел придать индивидуальность оригинальному виду машины. Я хотел, чтобы она оставалась именно 540D, никак не M5 550D или еще что-нибудь. Thank you.
Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.